2 июля в рамках празднования Дня образования Камчатского края у нас пройдет турнир по шахматам. Это будет сеанс одновременной игры. Его проведет мастер ФИДЕ Кирилл Барков. Здесь могут поучаствовать все желающие, дети, женщины, мужчины, бабушки, дедушки. Пожалуйста, приходите. Кто умеет играть в шахматы, может попробовать свои силы с мастером ФИДЕ. Начало шахмат будет в 14 часов.